На нашей выставке представлены самые разные артефакты и печатные материалы, которые бытовали в 17 году, в окружении которых люди и жили. От почтовой открытки до мебельной обстановки. Даже музыка тех лет звучит в зале. В результате срабатывает своеобразный эффект машины времени. Но, несомненно, бы этого не происходило, не получилось без фотоматериалов 17 года. Даже самое тщательное знакомство, внимательное чтение воспоминаний, журналов, газет, дневников, все это можно сделать на нашей выставке в Ивановском зале, не дает того удивительного чувства сопряжения, сопричастности, которое мы испытываем, вглядываясь в фотографии 17 года. А мы можем побывать на митингах, шествиях, которые были в феврале и марте, побывать на праздновании 1 мая. Но особое чувство непростого сопереживания мы испытываем, когда смотрим на фотографии, сделанные в самом начале ноября 2017 года после артобстрела Кремля. И только вот глядя на фотографии, мы можем испытать реально тот ужас, отчаяние, которое пережили наши современники 17-го года 100 лет назад. Эти фотографии были созданы как профессиональными фотографами, так и любителями, и они бесценны. Интересно, что их судьба тоже непростая, так же, как у людей 17-го года. Они сознательно уничтожались, были самые трудные условия, в которых они создавались. Об этом мы тоже поговорим на нашей встрече. И удивительный опыт мы с вами переживем, когда посмотрим фильм, созданный на основе фотографий, где можно посмотреть мельчайшие детали, глядеться в лица и просто побывать на улицах Москвы в 17-м году.